Вот он наш Уралушка. А нам еще далеко до места ехать? 15-20. Ой, я, правда, честно говоря, боюсь подходить к краю, аж завораживает. Не надо бояться края. Нет, не подходи, Володь. А тут не обвал, не будет обвал. Вода чистая. Потому что это... Ой, крутой это. Обрыв. И вон, видишь, обваливается земля, поэтому не подходи. Здесь нет. Не подходи лучше. А то, видишь, это похоже как... Обваливалось. Во время разлива отсюда вода доходит почти. Это ты че? А вон смотри, какие-то водовороты идут. И такое чувство, как будто та сторона идет вправо. Потому что ветер. А это влево. А в середине как будто смешивается вода. Вот это Урал. Возможно, вон на том берегу пляж хороший, пологий. Но как только туда добраться? Вплавь. Вплавь, да. Слушай, а вода-то прям чистая, да? Я говорю, чистая вода, все же. Ну, здесь она широкая. Угу. А вон, смотри, там машина стоит. Возможно, там это грибы собирают, вешенки. И вот, наверное, возможно, вот по этой дороге они это туда доехали. Может, на обратном пути заедем? Ну, хотя там уже люди. Навряд ли что соберем. Ну что, поехали дальше?